Сегодня на оглашение приговора пришли самые близкие убитой Алены СС, ее дед и гражданский муж. Дочку Елены родные оберегают как могут. В 10 лет малышка осталась сиротой. Зверское убийство Елены Горбушковой потрясло всю республику. Тело известной в Закамье активистки скандального движения «Окупай педофилия» обнаружили случайные прохожие на остановке на окраине Челнов. И полицейские, которые прибыли на место ЧП, были в шоке. 28 ножевых ранений и перерезанное горло. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. И вновь все знавшие Алену СС испытали шок. Это ее соратник Никита Архипов. Он работал слесарем, а в свободное время ловил педофилов. Более того, именно он был уполномочен давать интервью СМИ. Это одно из последних интервью. Никита демонстрирует побои. Позднее мужчина пришел к выводу, что нападение на него организовала Елена Горбушкова. И он решил мстить. По версии следствия, спланировал убийство. С этим я раскаиваюсь, но больше всего я очень сильно корю себя за то, что оставил несовершеннолетнего ребенка без матери. О том, что у Никиты Горбушковой есть ребенок, я узнал на следствии. В последнем слове сегодня Никита Архипов попросил прощения у родных убитой. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. Также Архипов должен выплатить семье Елены Горбушковой 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Юлия Шабанова, Алина Сидорова, телеканал «Эфир».